кто который раз в жизни катается? Я первый. Я второй. Я пятый. Теперь эти ученики младших классов будут нарабатывать свой лыжный стаж. Планируют успеть даже этой снежной весной. Старшеклассники в Луянской школе лыжными комплектами обеспечены, занимались регулярно. А вот малыши были только в качестве болельщиков. Не хватало самых маленьких размеров. Тогда руководство школы обратилось за помощью в фонд поколения Андрея Скотча. Буквально вот через две недели мы уже приобрели эти лыжи. И учителя, и ученики, и родители выражают искреннюю благодарность и признательность фонду благотворительному поколению и лично Андрею Владимировичу Скотчу, что так оперативно оказал нам помощь. Пока, может, еще неловко, но старательно малыши идут к финишу. Мне понравилось сегодня на лыжах кататься, потому что это весело. Весело и очень полезно. Всю зиму уроки физкультуры в этой школе проходят на лыжах. Лыжная подготовка во все времена давала очень большой результат. Занятия на свежем воздухе и физическое развитие очень серьезное. Я в свое время, помню свое детство, мы без лыж не представляю, как это мало. Лыжные палки, ботинки, сами лыжи. Правильно со всем этим обращаться дети обязательно научатся. Ребята изъявили желание позаниматься даже на каникулах. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на мире Белогорья. Кто который раз в жизни катается? Я первый. Я второй. Я пятый. Теперь эти ученики младших классов будут нарабатывать свой лыжный стаж. Планируют успеть даже этой снежной весной. Старшеклассники в Луянской школе лыжными комплектами обеспечены, занимались регулярно. А вот малыши были только в качестве болельщиков. Не хватало самых маленьких размеров. Тогда руководство школы обратилось за помощью в фонд поколения Андрея Скотча. Буквально вот через две недели мы уже приобрели эти лыжи. И учителя, и ученики, и родители выражают искреннюю благодарность и признательность фонду благотворительному поколению и лично Андрею Владимировичу Скотчу, что так оперативно оказал нам помощь. Пока, может, еще неловко, но старательно малыши идут к финишу. Мне понравилось сегодня на лыжах кататься, потому что это весело. Весело и очень полезно. Всю зиму уроки физкультуры в этой школе проходят на лыжах. Лыжная подготовка во все времена давала очень большой результат. Занятия на свежем воздухе и физическое развитие очень серьезное. Я в свое время, помню свое детство, мы без лыж не представляю, как это мало. Лыжные палки, ботинки, сами лыжи. Правильно со всем этим обращаться дети обязательно научатся. Ребята изъявили желание позаниматься даже на каникулах. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на мире Белогорья.